Согласно долгосрочного прогноза Гидромедцентра Российской Федерации, предстоящий март по температурному режиму будет где-то порядка на 2 градуса выше климатической нормы. Это означает, что вероятность более ранней весны присутствует. Обычно у нас устойчиво температура среднесуточная переходит через нулевую отметку в сторону положительных значений в третьей декаде марта. Начало, начиная с южных регионов, с 23 где-то марта по 3 апреля для крайних северных районов, то в случае наступления ранней весны эти даты сдвигаются на 7-10 дней. То есть есть вероятность того, что эти процессы начнутся со середины марта. Вот. Что касается аномалий температурных в более ранние сроки, это нужно воспринимать как оттепели, в том числе и бывают продолжительные оттепели. И вот, так сказать, мы накануне изменений в температурном режиме, а именно, если в предстоящие двое суток у нас ночные температуры еще будут отрицательными, и особенно вот пятницы на субботу ночные температуры по правобережью будут где-то в пределах от 11 до 16 ниже нуля, а по левому берегу даже от 19 до 24, то в субботу-воскресенье в дневные часы уже температуры будут близки к нулевой отметке. А на будущей неделе уже ночные температуры, начиная со вторника, будут близки к нулю, то есть от минус 3 до плюс 2 градусов, и по заволжским районам до минус 5, минус 9 градусов. И в дневные часы от нуля до плюс 2, плюс 3 градусов. Вот. И в Саратове аналогичная ситуация, то есть максимальные в полуденные часы температуры будут достигать плюс 1, плюс 3 градусов, и ночные близки к нулевой отметке. Но мужской праздник, в общем-то, довольно-таки комфортная погода. Повышенный температурный режим для этого периода времени года сохранится. В дневные часы это будет слабоположительная температура, как я уже сказал, плюс 1, плюс 3. И ночные слабоотрицательные от 0 до минус 2, минус 3 градусов по большей части территории области. Будут перепадать осадки, они уже будут не только в виде снега, но и в виде мокрого снега и мороси. Гололедные явления сохранятся, естественно. Вот. Ну и будет преобладать юго-западный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Вот. В основном будет наблюдаться облачная погода.